Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Можно интервью после встречи? Да, да, конечно. Я подойду, хорошо? Да. Спасибо. Хорошо, ну и все, давай. Скажи, пожалуйста, как вы видите будущее Вячеслава Володина, если его возьмете власть? Ну, не знаю. Будущее Вячеслава Володина должны как-то рассматривать, наверное, должна не я рассматривать. Если он в рамках того, чем он сейчас занимается, совершал какие-то преступления, ну, значит, должен за это ответить. Если он не совершал, а я думаю, что он человек очень аккуратный, и там нигде не будет его следов, то есть всегда будут делать это какие-то Сурковы и все остальные, у кого, в общем-то, не столько осторожности, и кто не понимает, что мир меняется. В общем-то, я думаю, к ним будут претензии, к Володину навряд ли. Кто будет решать его будущее? Как-то народ, конечно, как и всех. Если как народ, и всех. Если на пожизненное уехать. Ну, значит, уедет. Я что-то... Вы не будете вмешиваться? Ну, я могу что-то сказать, слово какое-то там замолвить, но я думаю, что навряд ли я буду делать это. Даже за близких людей, Володя, ну, уж не такой близкий мне, если честно. Я считаю, что если люди совершают правонарушения, а уж тем более преступления, против народа, они должны отвечать, даже если это твои близкие люди. Ну, так мир устроен, иначе не должно быть. Скажите, на какие средства вы сейчас живете? Я живу сейчас на те средства, в общем-то, которые получены от продажи всего имущества, которое у меня было. Вот за прошлый год я там что-то 4, что ли, миллиона заработал тем, что продал земельный участок и автомашину. Вот такие дела. Ну вот как у вас проходит день? Вы ходите на работу, как-то зарабатываете деньги? Зачем? Я ничего сейчас не зарабатываю. Я сейчас готовлюсь к программе «Плохие новости», анализирую все это. Я так понимаю, вы не зритель нашей программы. Нет, зритель. Я знаю, что такое брать Гиркина, да, из Сталинграда. Да, хорошо. Так вот, я что делаю? Я готовлюсь. Если у меня есть много времени подготовиться, значит, вы более емкую, глубокую аналитическую программу смотрите. Если меньше времени, как сейчас, значит, ну, она не такая, может быть, емкая получается. Но все мое время, вот до, по крайней мере, выборов, до предвыборной кампании уходил на это. Я иногда готовился по 16 часов, потому что мне нужно было понять, что будет. Самому понять, что будет. Это очень важно. А давайте мы в эфир пойдем, вы будете в эфире задавать вопросы. Без проблем. Да, потому что сейчас я выполняю одну и ту же работу. Вы меня с собой возьмете? Да, конечно, с удовольствием. Хорошо, давай, хорошо. Ну, слава богу, у нас загрузился компьютер, он живет свою жизнью, решил там перезагружаться сам вдруг внезапно. Это, кстати, иногда бывает у нас проблема, когда это случается перед эфиром. К счастью, не так часто. Ваня. Вот у нас Ваня, он значит, требует, чтобы я его Иваном не называл, да, вот называл Ваней. Если все люди готовы, потому что это займет не 5 минут, как я обещал. Не, ну давай много времени тоже, чтобы это не занимало. Давай снимай. Нормальный, потому что. Да, чтобы это много времени не занимало, ты основные вопросы задай. Во-первых, присядь. Вот снимайте, Ваня, я хочу, чтобы он мне ответил на вопрос. Вот он постоянно снимай его. Да. Садись. Вот будет снимать, ты такой длинный, пока тебя снимут там. Да, садись сюда. Вот. Значит, ты мне скажи, вот у тебя группа товарищей, которые ходят по Питеру и людей опрашивают. Ну, то есть такой
в ЦИОМ Левада-центр только от народа. Вот ты сказал, что сведения, которые делают, собирает Левада и ОФЦИОМ, они абсолютно другие, не те, которые собираешь ты. Скажи, вот всех интересует очень важный момент какой-то, я не знаю почему, но это какой-то такой вот основной. Сколько за Путина реально? Сколько реально за Путина? Вот расскажи, так. Может, мы дураки там. Ну, давайте я представлю. Да. Зовут меня Павлов Иван Андреевич. Значит... Канал у нас называется «Реал Центр». Вот микрофон я не стал врубать, потому что микрофон стоит 800 рублей, и звук у нас хреновый. Так, по поводу, что мы делаем. Вот вы сказали, что мы как Левада Центр. Нет, мы не как Левада Центр. И канал у нас называется «Реал Центр». Значит, Левада Центр несет всякую пургу. Я так понимаю, никаких обросов они не проводят в принципе, то есть есть, наверное, какой-то заказ. Я так предполагаю, это мое личное мнение, то есть вот они выдают, там же не видит никто, проводят они опросы, не проводят. То есть, но результаты, вот по-нашему, мы, в общем-то, снимаем ролик для Ютуба. Каждый может посмотреть, то есть опрашиваемых у нас 10 человек. Как бы говорить тут о том, что это прям такое изучение это общественного мнения нельзя. Ну, то есть, низкая репрезентативность, так что ли? Да, то есть, надо тут, наверное, тысячами опрашивать, вот как они якобы делают. Но вопросы такие, я стараюсь, которые на поверхности, как бы будет сразу видно. То есть, человек, особо мы там не вдаемся. Хотя я часть беру с их сайта вопросов, но чуть-чуть меняю акцент. Вот, например, они любят спрашивать, что... Как вы относитесь к Украине? Как бы, что такое Украина? У многих вообще вопрос. Что там? Украина какая-то? Что? То есть вот. И большинство там у них, они могут до половины набрать, что плохо. Якобы вот сейчас и там слышно про них, к нам они плохо относятся. Мы задали вопрос, как вы относитесь к народу Украины, то есть к людям. Вот так вот чуть-чуть поменяли. В общем-то, 90% хорошо относятся к людям. Никакие политические разногласия между странами на них не повлияли. И вот договорю, отвечаю за Путина, у нас где-то по нашим вот данным, ну, половина. Половина. То есть по вашим данным, половина людей поддерживает Путина. Да, 50 на 50. Жестко они поддерживают или... Как, вот я последние 4 месяца работаю таксистом, и мне очень интересную идею подкинул человек, он работает где-то на стройке, работал. И он, значит, стал рассказывать про всякие многочисленные проверки, вот эти Роспотребнадзоры, какие-то пожарные надзоры. Он там наперечислял какое-то немыслимое количество людей, сколько это все проверяют. То есть реально там... Как понятно, что реально никто никого не проверяет. Просто приходят за бабками к ним. И как бы я вот тогда и подумал, что ведь в этих всех организациях очень много людей работает. И вот вы просто говорите, например, тут будет такой вопрос, что вот вы часто говорите, что милиция с вами. Почему вы так решили, что она с вами? Полиция. Да. Сразу мы общаемся. Ну, как и бы... И даже вот... я вам скажу, и даже я тебе скажу, что те люди, которые... Я разговариваю с человеком, у него очень большие звезды. И он мне говорит, я коррупционер, злодей там и так далее, подонок, мерзавец. Я это прекрасно понимаю. Правила игры такие, и я по ним живу. Вот сейчас ты изменишь правила игры, я буду по твоим правилам жить и буду. И сделаю все, чтобы ты их изменил. Меня не устраивают эти правила, он мне объясняет. Я понимаю, но вот к хорошему-то быстро привыкают. А как вот он Lexus свой продаст? Нет, ну, может быть, он и не готов продавать свой Lexus, но он же понимает, что это не будет длиться вечно, и в конечном итоге он понимает, что то, что последует, чем дольше это будет длиться, тем страшнее будет конец. Это все понимают абсолютно. Кроме всего прочего, вот те полицейские, которых в оцепление к нам присылают, они на Lexus'ах не ездят, это ездят единицы. Вы понимаете, они тоже показывают, на них говорят, да, вот эти вот захребетники, как мне товарищ наш один, очень-очень серьезный полицейский, да, серьезный, и очень негодует, вот я сегодня сказал по поводу там людей в полковничьих погонах, которые ставят печати. У него погоны гораздо меньше, он пашет сутками, да,
получает во много раз меньше того человека, который сидит с пузом, а еще и, как правило, женщина, это для него вообще ужасно, да, вот полковничьими погонами ставит печать просто. Ну, красивая баба ставит печать, и все нормально, все у нее хорошо, да. Поэтому так, ну, это... вот, не знаю, я не уверен, что они так прямо хотят жить-то по-честному. То есть это как-то на людей даже не похоже. Что значит по-честному? Тут ты живешь хорошо, а тебе говорят, ты живи по-честному плохо. Дело в том, что революционная ситуация – это когда верхи не могут жить по-старому. Не то, что они не хотят, это мы не хотим. Они не могут жить по-старому. Они, может, что-то и хотели, но уже не могут. Все. Но вы считаете, что они хотят? Что хотят, они не могут. Они уже не могут, чтобы так было. Никак не могут, потому что они жрут друг друга. Вы видите, что происходит. Происходит такой замес, совершенно чудовищный. Они друг друга боятся больше нас. Гораздо больше нас. Не знаю, мне кажется, если конкретно им задать вопрос, что вы как выбираете, по закону и зарплаты в 20 тысяч, или как сейчас? И то, что вы, в общем-то, рулите ситуацией, то вряд ли... Для любого из них, вот я уверен, 90% скажет, да я лучше умру, чем бедным буду. А зачем это надо? А при чем здесь бедного? А мы не предлагаем никому бедности. Ну как, для них вот будет обычная жизнь, для них уже, в принципе, неприемлемо. Для человека, который миллионы получает. Чтобы она была бедной, за этим мы это и делаем. Мы хотим, чтобы обычная жизнь была богатой, нормальной, достаточной и достойной. Об этом и разговор. И как Ну, ведь при любой власти, точно, даже где порядок, полицейский – это не богатый человек. Не знаю, смотря как власть. Вот в Америке, у меня друзья в Америке, где же полицейский небогатый человек? Он и не бедный, но он не богатый. У него нет смотря ни что яхты, считать богатством, у нас полицейский получает гораздо больше медработника среднего звена. Вот у нас товарищ медработник среднего звена, не врач. Фельдшер, он получает сколько? 7 тысяч долларов в месяц. Он получает... А? Да. Вот мы каждый... Ну, часто с ним по скайпу общаемся. 7 тысяч получает там, ну, фельдшер, да. Полицейский получает больше. Ну, но, я не знаю. Но тут еще один момент, что если полицейский где-то попадет, вот, с хищением, там, какой-то коррупцией, он теряет все абсолютно. Вот ему дается волчий билет, и все. Вот они держатся за это место. Вот, ну, поэтому как бы нет коррупции, наверное, потому что они знают, что... То есть... Любое нарушение, вот, все. Даже пенсия лишается. Подытожим как бы этот вопрос. Вы считаете, что они готовы расстаться со своей жизнью, которую они сейчас ведут, и быть честными людьми? А мы об этом их спрашивать не будем. Нам-то какая-то... Нам абсолютно нет никакой разницы. Они не являются определяющим большинством. Определяющим большинством являются пролетарии. Не, мы сейчас обсуждаем то, кто с вами они или нет. А... По большей части с нами. Угу. Но у них по большей части нет лексусов. Те, у кого есть лексусы, ну и хрен с ними. Какие лексусы у полиции? Смотрите, там они... Тоже получают скудную заработную плату. Сейчас повысили зарплату. Кому повысили? Их начальникам повысили. Нет, сейчас даже капитан милиции получает больше 50 тысяч. Не знаю такого капитана милиции. Я могу привести пример Самару, когда к нам пришли действующие... Не, я допускаю, что это только в Питере. Действующие сотрудники Росгвардии к нам пришли в Питере, да, и рассказывали о том, что они отчитываются по бумажкам, в Самаре, да, отчитываются по бумажкам о том, что они получили 57 тысяч, а получают 23 на руки. И они еще говорят, что это очень хорошо, потому что вот у них там в соседнем отделе получают 20. Вот, и поэтому, как бы, мы не впервые уже сталкиваемся с тем, что рассказывают про какие-то космические деньги у полицейских, а полицейские-то эти космические деньги не видят никогда в глаза. Да, и мы очень часто сталкиваемся с тем, что они между собой вот очень хорошо друг друга узнают по вот этому знаку. То есть, говорят, вот там, приезжая в командировку достаточно в отделе, в каком-то показатель, сразу же у тебя куча товарищей и друзей. Так что это однозначно. Так, может, следующий вопрос, да? Или кто-то хочет, чтобы я не перебивал людей. Высшая Балтийская международная академия туризма. Все, так, да без проблем, можете спрашивать, что. Да.
Сделайте, пожалуйста, прямой эфир с Андреем Зубовым. Очень интересно было послушать вопросы вашего и его позиции. Очень хорошо. С Зубовым эфир и с Касьяновым. Вот это вот действительно, мы как-то что-то делаем, а основное... Легко. Так, спасибо. Дальше. Кстати, мы, честно говоря, даже и не догадались бы. Я серьезно говорю, потому что у нас как-то свои мысли, мы там идем, а это то, что нужно сделать. А можно я скажу? Да. Вот девушка спросила, кстати, Иван задает очень правильно, вы не понимаете. И знаете, я евангелист. И хочу сказать, что Слава, про вас есть там Слово Божье. И он совершенно правильно, Иван, спрашивает. Очень много будет противников ваших. Да. Да. И Слово Божье говорит, что когда будет суд народный, он будет огненный. Понимаете? Я думаю, что как раз-то эти люди... Вот, и мне хочется вас спросить, а как вы отреагируете на то, что, допустим, у нас назначена дата, да? Там, в Неве, сюда есть дата. А если в ответ начнут стрелять? Вот они не захотят отдавать свое. Они же это считают, что они нажили. Там. Да, они хотят, ведь не все сбегут. А те, которые останутся, ну, они будут как-то защищаться. Они знаете, почему это будут делать? Не потому, что, может, им даже жалко это будет. Они будут просто от страха. Они же будут знать, что или пан, или пропал. Может, да, но я вот сразу отвечу на этот вопрос. И Слово Божие будет говорить, что будет огненное. Во-первых, большинство, ну, не большинство, наверное, все понимают из них, что все, что нажито, нажито путем преступления. Они могут говорить все, что угодно, но они понимают, человеку от рождения, ну, может быть, Богом, я не знаю, как, дана возможность отличать плохое от хорошего. И они понимают, что они поступают плохо. Они понимают, что режим антинародный. И они понимают, что это когда-то закончится. Готовность защищать этот режим в основном только на словах и в основном только у вот совершенно пробитых, которые вот там с флагами бегают вот с этими там нодовцев. И эти ребята никто не будет защищать. Вот представьте себе, у них есть какие-то богатства, которые они увезли. Они просто тартанут раньше времени и все. Мы их не увидим, потом будем ловить. И есть другая категория, которые работают за зарплату. Пусть большую зарплату там, в погонах. Пусть у них есть какие-то там ходы. Ну что, они за это будут жизнь свою отдавать? Они подставляться не будут, поверьте. Вот вы пообщайтесь ближе к пятому числу. Сказать можно все, что угодно. Когда будет жесткий момент, вы сами увидите. Но Боже не может обмануть. А? Ну Боже, Слово Божье есть. Ну да. Ну, я как человек, я очень хочу, вот, чтобы было мирно. Да, вот да и мы... Вот кто сейчас вот собрался, я думаю, среди нас нет агрессивных людей. Да? Да. Мы хотим, чтобы это все произошло нормально. Вот как... Ну не знаю, я не думаю, что они будут кидаться. И смотря сколько людей будет, да, если будет большинство, они навряд ли будут кидаться. Они что, сумасшедшие? Мы пережили вместе с вами 91-й год, особенно сильно никто не кидался, когда было большинство. Предложение, дорогие друзья. Вот у нас сегодня такой необычный формат, может быть, не каждый день он встречается. Я думаю, было бы интересно, чтобы Вячеслав Вячеславович рассказал нам о том, в общем-то, как его путь в Думе был, потому что многие слышали, наверное, кусками какие-то борьбу с Аяцковым, борьбу с Горным. А может быть, поподробнее, я думаю, было бы интересно людям узнать об этом. Вот как раз есть вопрос на эту тему. Сейчас, одну секунду. 20 минут остается, да, хорошо. Управление. И, да. Да, извините, пожалуйста, наш штаб, в общем-то, вас сюда не приглашали. А нас, наоборот, вот молодой человек пригласил. Кто? Федя? Вот, вот значит, он очень сильно ошибся. Он здесь несколько птичек права. Я прошу вас заканчивать и покинуть. Да, хорошо, пожалуйста. Это кто? Как его? Олег Дмитриевич.
А вы представьте. Да, я член политического совета. Я член политсовета партии Парнас. Спасибо вам. Партия Парнас, спасибо. Пожалуйста, да. Пожалуйста, вы поучаствуете, пожалуйста, заканчивайте. Тоже кандидат в Государственную Думу. Вот они выгоняли нас, когда мы приходили. Да, 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 я знаю. Да. Вот меня лично. Да. Спасибо огромное. Ну не волнуйтесь, я думаю, что партия примет, будет съезд в октябре и примет решение. Их не будет близко. Я думаю, что их близко не будет, вот эти вот. Хорошо. Представляете? Но сейчас это наш, нами оплачивает Иванович. Вот по поводу той борьбы сейчас. Он не вами оплачивает, а партии Парнас оплачивает. Нет, партии Парнас ничего не оплачивает. Я лично из своего кармана оплачиваю. А мы не оплачиваем, что так себя ведем. Что? Я вам тоже ни копейки не дал, а мы не оплачиваем. Нет, я оплачиваю по своему карману. Я его и поймем. Я не Я поддерживаю Парнаса. Саша, я все понимаю. Я программы плохие, но Саша, происходит информацию про конкретно то безобразие, которое происходит во Всеволожском районе, где мы живемся вот с Великого. Да, да, так, Сергей. Спасибо, да, там выйти вот говорю, Сергей. Да, я здесь. Давай, собери да. Это. Экскурсию по ночному городу. Да, да, хорошо. Нет, я имею в виду насчет. Сергей, давай, собирай. Ты меня видишь? Да. Не надо обращать внимание, то есть партия Парнас не везде такая, вот отдельные люди из Санкт-Петербургского отделения, вот такие, именно поэтому мы создали здесь параллельный штаб, который возглавляет Ирскан Гуев, он возглавляет параллельный штаб, так что тогда сюда не надо приходить, мы сейчас определимся, куда надо приходить. И где надо помогать? Скажи, когда. Лариса Тереза, 28. Зачем вы сюда ходите? Ждем всех. Насчет, чтобы быть наблюдателями на выборах. Значит, смотрите, будете наблюдателями, вы все равно будете в городе. Помогать. В городе будете, значит, призывать людей голосовать за Парнас. В том числе и за Инцинга. Потому что... Надо голосовать за партию. Отключи. В том числе в Санкт-Петербурге. Нам в кафе приглашают. Да. Кафе? Пойдем в кафе. Пойдем тогда в кафе. А называть нас провокаторами? Никого провокаторами не называют. Никого не называют. Коллеги, вы сачки забыли. А да, Вячеслав. Нет, прошу вас, прошу. Поступи здесь. Поступи здесь. А, ну да, там. Сергей, у меня большой... Бармен сказал с удовольствием. Да, там хватит для теста. Хватит, там больше, чем здесь места. Поэтому будет голосовать за Парнас в Думу, а в Питере за яблоко. Вот в эфире как-то кто-то вам предъявлять стал, то, что вы в Саратовской Думе были депутатом, нифига тип не сделали. Вы так ответили, но, в общем-то, я согласен, что из Саратовской Думы-то особо ничего не сделаете. Вот с какими выслами вы туда шли, какие планы строили, когда шли? Нет, когда я был трижды депутатом Саратовской областной Думы, я сделал достаточно много. Очень много, как максимум, наверное, что я мог сделать.
Во-первых, я рассказывал очень часто, когда меня спрашивали, говорят, что ты сделал, я говорю, я буду кусками рассказывать. Во-первых, ну, мне удалось снять АЯС, который был, так сказать, местным Путиным. Это я сделал в рамках своего депутатства. Во-вторых, я был председателем комитета по законности в первом созыве в борьбе с преступностью, безопасности, защите прав личности, а потом и зампредом Думы. Что я сделал? Единственное, вот мы с Николаем Сидоровичем Макаревичем, царство ему небесное, вдвоем заставили Думу, фактически заставили принять постановление об ответственности, о государственной ответственности перед вкладчиками МММ, этого Селинга и так далее. Саратовский бюджет полностью оплатил людям их потери, поскольку мы считали, что государство виновно. Абсолютно, и сейчас я так считаю. Далее экологические проблемы я решал в Саратове и судился, и когда в Верховном суде, когда делали горный нам завод по уничтожению химического оружия, там было 52 системных нарушения. Завод периодически останавливали, я заставил эти нарушения устранить. Построили завод на оргсинтезе производства цианида натрия. Я задержал это производство на год и 7 месяцев. Заставил перестроить, я не мог прекратить. За этим стоял Олег Перов и так далее. Я хотел полностью прекратить это безобразие, но не смог. А почему? Ну, потому что, ну, как бы влиятельные люди двигали это все. Но я смог остановить на год и 7 месяцев. Они хотели делать это вообще в деревянном все бараке. Они сделали новое здание. И что произошло? Потом происходили, они говорят, что аварий никаких не будет. Происходили аварии с человеческими жертвами. Так вот, если бы они произошли в тех деревянных бараках, где они хотели сделать, то, может, и Саратова бы сейчас не было. Потому что цианид натрия реагирует и с огнем, и с водой, и с чем угодно. Вот тушить нельзя. Если вдруг пожар, то он превращает в цианистый водород и все убивает живое. Поэтому, значит, это вот экологические проблемы. Масса политических вопросов, которые я решал, ну и работа с избирателями, конечно. То есть есть прям пласты такие. Я был председателем контрольной комиссии, всегда по должности еще являлся председателем контрольной комиссии, которая следила за исполнением законов области на территории Саратовской области. Вот, когда я был председателем комиссии, она рассматривала минимум 7 вопросов в месяц. И наказывали чиновников, выгоняли чиновников с работы, которые плохо работают, не выполняют законы и так далее. Когда меня периодически отодвигали от этого дела, а это ровно половина срока моего в Думе, то комиссия заседала за там 2 года один раз и решал 3 вопроса. Там вот собраться, там что-то проголосовать за что-то. Ну, чисто формально так. То есть формально подходил, да, к этим вопросам. Поэтому я знаю, в общем, как контролировать исполнение законов очень хорошо. Научился я этому. И половина, ровно половина документов Саратовской областной думы по утверждению начальника протокольного отдела, это документы, вышедшие из моего офиса. Поэтому я работал достаточно. Осталось 5 минут. Да. Можно потом. А скажите, а что вы думаете? Да. Следующий вопрос. Смертная казнь. Вот вы заявляли очень неоднозначно по поводу этого. Сначала вы говорили против, потом за, потом на 9 месяцев ввести, потом отменить. Не-не-не. Ситуация какая? Мы рассчитываем, во-первых, что путинцы сами введут, а мы потом отменим через 9 месяцев. На это мы рассчитываем. Ну вот если. Да, кроме всего прочего, я говорю, я против смертной казни, но я за смертную казнь для тех, кто вот с Россией такое сделал. Понимаете? Так вот, например, если они не ведут, то ваши действия какие? Не знаю, будем думать. А выборы пока не можете точно, да, сказать? Пока точно. Большая часть тех, кто с нами против смертной казни, поэтому это сложный вопрос, согласитесь. Если бы большая часть была за смертную казнь, для меня не было бы никаких вопросов. Я бы сказал, давайте, да, давайте введем там на 9 месяцев и так далее. Или срочку. Да. Ну, или 20. Да.
объявляемый и отсрочку. Не, а народ может этот вопрос решать? Да, конечно. Народ и должен этот вопрос решить, да. По поводу электронной демократии, о которой мы говорили. Обещал я. Скажите, что вы имели в виду, говоря, что первые пять лет вашего правления будет диктатура? На кого она будет направлена? Нет, мы когда говорим про диктатуру, я это не скрою, мы рассматриваем, что для того, чтобы провести реформы демократические, окончательные, незыблемые, нужна очень жесткая позиция. Вы же понимаете, будет противодействие со всех сторон. Вот вы сейчас только видели товарища, который представляет Парнас, что он там вытворял. Представьте, что они будут вытворять тогда. Да, они, это люди, которых мы не подвергнем люстрации, не отправим их куда-то на Индигирку и Колыму, их не за что отправлять, понимаете? Но они будут нам мешать, и очень сильно мешать. И поэтому нужна жесткая диктатура, чтобы провести эти реформы. Но та команда, которая это сделает в течение там, 5 лет, может быть и раньше, потом должна 100% уйти. Вся должна уйти и заниматься другими делами, капусту сажать, как Диоклетиан. Никто не должен потом занимать никаких постов. Это вот четкая наша позиция. Все делаем и отваливаем. Со свободой слова что будет во время диктатуры? Абсолютная свобода слова будет. То есть на нее диктатура? Не, никто не посягает. Диктатура на действия, но не на слова. Ради бога, митинги, шествия, там все, что хотите, делайте, нет вопросов. Главное, нам провести реформы. Мы проводим реформы, все. Если вдруг будет признано, что реформы эти преступные, значит, сажайте нас в тюрьму. Значит, объявляйте трибунал. Нет вопросов. Мы сами с этим согласимся. А что будет с вашей оппозицией? Если будет признано, что все нормально, ну, значит, вы пожмете нам руки и все. Слава, с вашей оппозицией что будет? Кто с вами не согласен? А ничего, а что с ними будет? Они ну, будут ходить, будут что-то там, я не знаю, говорить. Будут Вы же хотите, чтобы вас слушали, значит, вы будете слушать оппозицию. Да, да, конечно. Ну, естественно, а как же? Диктатура, мы обязательно, конечно, будем проводить диалог какой-то, но я вам скажу, что, ну, наверное, все-таки такой вот оппозиции-то жесткой не будет, потому что открывается огромное пространство для того, чтобы можно было работать и себя как-то применять, поэтому я не думаю, что будет. Ну, есть вот, будут отдельные, вот как тот товарищ, который нас прогнал. Хотя, может, и он, и такие, как он, одумаются, я не знаю. Их не будет кровать, а зачем? Зачем? Ну, работа огромная, количество сейчас вот этих жирных котов, которые сидят на всем деле. Я так полагаю, что оппозицию... Гирки и Колыме, какой там, они похудеют, знаете как, вообще в 5 раз, поэтому... Ну, я не думаю, что маленькое будет... государство. В маленьком государстве мало денег. За них не надо отдираться. К ним не надо присасываться. Что так не будет этой системы, это будет мало денег. Хорошо, все деньги будут у людей. У нас еще не построена шестиполосная дорога от Анадыря. Так, вот вы тоже по поводу Кавказа. Всегда очень неоднозначно. Свободный Кавказ, по-вашему, должен быть. Да? Как вы это все представляете и как это сочетается с отменой прописки при вашей власти? И что? То есть, ну, вообще, вот просто вы как-то раз сказали «Свободный Кавказ», да? А там человек написал, то есть вы хотите отделить? Вы говорите, нет, не отделить. Нет, мы хотим, свободный, чтобы Кавказ высказался. Я уверен, ну, вот предположим, если, я думаю, спросят население Чечни, и оно будет свободно, то оно за отделение проголосует. Это вот у них такая поговорка есть прикольная, что мы добровольно не присоединялись это к России. Это не поговорка, это добровольно про Дагестан, не будем. Это про Дагестан Расул Гамзатов сказал, да, что да. И про Дагестан мы тоже так считаем. Почему? Потому что язык межнационального общения в Дагестане русский. Ну там столько языков, что надо на каком-то языке более, что ли, русифицированной культуры там, да. Ну, наверное, Дагестан не выйдет. Ну, хотя стоит народ Дагестана спрашивать. А Чечня, мне кажется, там совсем не будет. Ну, если люди голосуют, если люди отголосуют вот такую форму, да, вот такую форму, значит, мы будем придерживаться этой формы.
реформы и двигаться в этом направлении. Наша главная задача – дать народам возможность высказаться. Они высказались, но скажут, там прибежит большой... Русскому народу надо дать высказаться. Обязательно, конечно, русскому в первую очередь. И русский народ, и народ... Хочу ли я, чтобы Чечня была в России? Согласен. Многие... Да, многие в России с вами согласятся. Я готов проголосовать так же, как и вы, понимаете? Но да, нужно дать высказаться в данном случае всем. И каждый должен на себя часть этой ответственности взять. Ну, потому что мы не хотим, в конце концов, чтобы ни Кавказ, ни Россия, никто был, не были залиты кровью. Нам нужна свобода, и нам нужно более-менее, чтобы управляемая ситуация была. А что, если будет такая ситуация? Допустим, Россия проголосует против? Народ, огромное количество людей живет за рубежом, хотят ли они там жить. Многие не хотят. Они хотят вернуться назад. И пусть возвращаются. Я думаю, ну, они там сами все решат, как им жить дальше. Но вот то, что происходит, такого не должно быть. Потому что из Чечни каждый день бегут люди непонятно куда, куда-то за рубеж, они ищут родину. Мы что, этого хотели? Мы, конечно, этого не хотели. Для них.